Всем привет, вы на канале Мистер Кубик, и буквально сегодня появилась новость, что уже совсем скоро состоится анонсированное ранее объединение игры Mail.ru с международной игровой платформой MyGames Store. Данное объединение пройдет в ночь с 16 на 17 июня, а именно с 4 нулей, то есть с полночи, до 9 часов утра по московскому времени. Ну и как говорится в одной из ныне популярной игре, наступает ночь. Город засыпает, просыпается мафия. Зубенко Михаил Петрович, мафиозник. Пробежимся вкратце, что нас ожидает и вообще, что такое MyGames. Понятное дело, что во время данных ночных технических работ не будут доступны все системы, связанные с авторизацией. Это и сайты, и форумы, и сюда же относится и система пополнения счета. Хотя навряд ли кто-то кинется ночью пополнять счет. Хотя нет, у нас есть восточники, я про вас не забыл, нет, у вас в это время может быть уже утро. Так что если вы во время технических работ все равно пополните счет, то данная сумма придет вам уже после объединения. Хотя Mail и пишет, что игровые сервера они не хотят выключать. Но как мы все прекрасно знаем, сервера и сами прекрасно могут выключаться. И без помощи Mail. Лично мой совет, то что лучше не заходить в игру во время данных ночных технических работ, а можно просто тупо пойти в это время поспать и выспаться. Особенно, наверное, это касается тех, кто довольно часто ночью заигрывается допоздна. Это я, кстати. Ну и во-вторых, хоть я хочу, чтобы все гладко и быстренько все прошло, но если какие-то неполадки все же и произойдут, то вас с меньшей степенью это все затронуло, так как вы не будете находиться в самой игре. После самого объединения нас ожидает новый игровой центр от MyGames. Вам всего лишь нужно будет заново авторизоваться, это будет несложно сделать, если у вас регистрация была от почты Mail.ru или BK.ru, хотя не слышал, кто такие вообще BK.ru, или List.ru, про это я слышал, или те же самые социальные сети. Как я понимаю, имеется в виду Одноклассники и ВК. Ну и также, если у вас какие-то другие варианты регистрации были, то вы все равно сможете авторизоваться. Если вы хотите узнать поподробнее, что это такое MyGames, то прожимайте лайки данному видео, потому что чем больше и быстрее лайки наберутся в данном видео, тем быстрее я выложу новое видео, в котором расскажу подробности, что такое MyGames и, возможно, некоторые фишки про нее. Ну а если, как я сказал в двух словах, MyGames — это платформа, которая создана и для разработчиков, и для обычных игроков. Во-первых, если говорить про игры, здесь будут все те же самые игры, которые вы можете сейчас найти в лаунчере, в разделе Mail.ru игры. На данном сайте будут добавляться также и новые игры, но пока что те самые новые игры, которые можно увидеть в Store, это некие инди-игры. Все же крупные игры, они как раз перекочуют 16-17 июня в MyGames. Там же находится сервис и LootDog, который уже некоторое время существует у нас в корзине. То есть через корзину вы могли перейти на него и там уже покупать или продавать игровые предметы. Да-да, там можно продавать игровые предметы за рубли и выводить эти деньги на свой кошелек. Также здесь можно найти и всеми знакомый Donation Alerts. И, кстати, если ты до сих пор не знал, что Donation Alerts принадлежит Mail.ru, 100% должен прожимать лайк видео. Ну и также есть еще один новенький сервис, это PvP.gg. Здесь Mail планирует и уже, в принципе, проводила некоторые турниры по некоторым играм, например, как в Warface. Но помимо Warface тут есть еще и CSGO, PUBG, Dota и множество других игр, когда зайдете, увидите. Если, конечно, руки держать в жопе, то ничего у тебя не получится, как разве что поймать глиста. А так, в принципе, идея неплохая, сервисы хорошие, если их развивать, то это очень интересно. И вдобавок, я не все еще рассказал о данном сайте, как я уже сказал, если вам интересно услышать больше информации и некоторые плюшечки и фишечки данного сайта, то не забываем прожимать лайки данному видео. Чем больше и быстрее наберет данное видео лайков, тем быстрее будет новое видео. Что вы думаете насчет данных новостей, ваши мысли, пишите в комментариях. Ну и также не забываем подписаться на канал, чтобы ничего не пропускать. Ну а на этом пока что все. Всем до завтра.